Добрый день, дорогой друг, и, может быть, уже будущий партнер. Если вы смотрите это видео, скорее всего, вы уже заключили контракт и зарегистрировались на платформе WinWin People Capital. Соответственно, вы уже имеете возможность, абсолютно бесплатно зарегистрировавшись, делать покупки через эту платформу и получать часть денег назад на свой кошелек. Не баллами, а живыми деньгами. То есть это позволит уже даже семье с небольшим бюджетом до 1000 долларов возвращать в семейный бюджет. У нас есть два вида клиентского сотрудничества. Первое – это бесплатное. И второе – это человек может купить карточку Gold. Она стоит 34 евро. Платит он это один раз на всю жизнь. Что она дает? Она делает этого человека VIP-клиентом. Это в два раза больше кэшбэк. И в два раза больше кэшбэк, это уже хорошо, потому что возвращает в два раза больше денег. И по сути, с одной большой покупки, по большому счету, вы окупаете эту карточку и даже получаете уже прибыль. А второе, что она дает, не менее важное, делиться информацией о платформе с другими людьми. И соответственно, если они по вашей рекомендации регистрируются на платформе и делают покупки, получают свои кэшбэки, а вы с их покупок имеете процент. И вот здесь уже, ну, как говорится, вы можете зарабатывать и создавать себе источник хорошего дохода. Пригласили там 10 человек, ну, там в среднем по доллару с человека будете 10 долларов прибыли в месяц иметь. Пригласили 100 человек, будете 100 человек, 100 долларов в месяц. Пригласили 1000, будете 100 тысяч. Вот. Соответственно, мы сегодня с вами поговорим немножко о больших возможностях, потому что сам лично, ну сколько ты, 10, 20, 30, 50 человек в месяц, может быть, на платформу пригласишь. А бизнес-партнерство позволяет зарабатывать с неограниченного количества людей. И более того, вы можете прийти, например, в какой-то ресторан, в котором уже есть 10 тысяч постоянных клиентов, подключить хозяина, сказав ему: дай информацию клиентам, подари им возможность бесплатно зарегистрироваться на кэшбэк-платформе и получать свои кэшбэки. Для владельца ресторана это безумно выгодно, потому что в этом случае он начнет получать доход не только со своего ресторана, клиентов, когда они деньги в его ресторане оставляют, а со всех покупок его клиентов в любых магазинах. Это очень круто. Соответственно, подключив один такой ресторан, магазин, парикмахерскую, салон или еще что-то, вы получаете сразу десятки клиентов. Но для этого уже нужно бизнес-партнерство, чтобы получать доход с глубины. И, соответственно, вот об этом мы сегодня поговорим. Вот примеры людей, которые только начали сотрудничать с компанией, в первые же недели заработали очень хорошие чеки. Соответственно, у нас есть три вида партнерского соглашения, да, то есть карта и статус Platinum, пакет Black и пакет Black Extra. Чем они отличаются? Они отличаются, первое, глубиной, с которой вы будете получать кэшбэк. Чем выше статус, тем больше глубина. Второе, количество Gold статусов. В пакете Platinum их 4, в пакете Black их 8, в пакете Black Extra 18. Что это такое Gold статусы? Когда от вас подключается человек и хочет стать VIP-клиентом, покупает карточку Gold за 34 евро. Эти деньги идут вам. У вас списывается один Gold статус. И, соответственно, таким образом они окупают вам ваш пакет. Второе, на что влияет пакет, это то, что он позволяет стать совладельцем банка. То есть наша задача — это не просто запустить платформу. Ее мы разрабатывали 4 года и уже запустили. Наша задача — это создать экосистему, в которую входит кэшбэк-платформа, в которую входит свой банк, в которую входит своя платежная система и в которую входит потом в дальнейшем еще кэшбэк офлайн. Соответственно, я не буду сегодня подробно об этом говорить. Моя задача — показать, какие виды дохода получает партнер и в чем его отличие от статуса клиента или Gold клиента с карточкой Gold. Да? Так вот, давайте сразу перейдем. Есть 7 видов дохода, которые доступны для партнеров, которые купили себе франшизу. По большому счету, карточка — это франшиза на бизнес. Франшиза на предоставление услуг платформе другим людям.
Вы подключаете их бесплатно, они получают свою выгоду в виде кэшбэков бесплатно, а вы получаете процент с этого оборота. И у вас 7 видов дохода. Ну, первый вид дохода, мы о нем уже очень много говорили, это доход от кэшбэков. То есть, чем больше человек зарабатывает, получая кэшбэков, тем больше зарабатываете вы, так как с каждой покупки вы имеете свой процент. И вот карточка как раз определяет, как глубоко вы будете получать эти кэшбэки. Соответственно, если карточка Platinum это 2 уровня, если карточка Black это до 5 уровней, если карточка Black Extra до 10 уровней в глубину. Следующий вид дохода это Gold Bonus. О нем мы тоже уже говорили. Если человек по вашей рекомендации подключился и захотел стать в VIP-статусе или даже купить партнерский пакет, то у вас списывается один Gold-статус и вам начисляется 34 евро сразу. Когда статусы, Gold-статусы заканчиваются, вы будете получать по 17 евро с каждого человека. Кстати, для тех, у кого клиентов Gold-статус, есть тоже одна выгода, когда по их рекомендации подключается человек и приобретает карточку Gold, они все равно 17 евро зарабатывают. Вот, поэтому им тоже выгодно приглашать таких людей, и у вас сеть становится саморазвивающейся. Ну и вы видите в данном примере, что пакет, например, Platinum стоит 102 евро и дает возврат 136 евро. А пакет, например, Black Extra стоит 442 евро и только на карточках возвращается вам 544 евро. Дальше. Следующий вид дохода, который позволяет очень быстро заработать. Дело в том, что вы зарабатываете не только на кэшбэках, не только на голд-карточках, но и в том числе на проданных франшизах. Когда человек по вашей рекомендации становится партнером и покупает пакет Platinum Black или Black Extra, вы тут же с его покупки получаете свои комиссионные. Пакет Platinum дает 15%, а пакет Black дает 20%, и пакет Black Extra дает 25% с той франшизы, которую купил человек. Ну, здесь вот в примере у нас сразу посчитано, сколько это будет в деньгах. И еще один очень быстрый вид дохода, который дает в первые 30 дней дается на старте, это экстра бонус. Когда вы пригласили не одного, а двух партнеров, ну, например, в статусе Black, вы получаете 42 евро с половиной. Если вы пригласили двоих в статусе Black Extra, вы зарабатываете 85 евро. Если вот в данном примере с каждого человека зарабатываем, то вот здесь за пару. Дальше. Следующий вид дохода, который дает самые большие деньги, это командный бонус. Здесь вы получаете доход не только уже с личных приглашенных людей. Здесь у каждого человека есть правая команда, левая команда. И все работают вместе. Например, вот в данном примере, если вы пригласили всех 5 человек, повезло тем, кто купил пакет первыми. А может быть это на минуту раньше. Они встали первыми в систему. Соответственно, второй, третий, четвертый, пятый, они уже идут ниже. Потому что под каждого не больше, чем по 2 идет. И если человек встал ниже, соответственно, тот, кто перед ним зарегистрировался, уже с этого человека получает доход. И с его команды в том числе. Но зато, когда его люди будут регистрироваться, они будут попадать под этого человека. И, соответственно, тот будет получать с этого доход. И вот здесь он почему и называется командный, потому что идет работа команд. Левая команда, правая команда. Вот. И опять пакет будет определять, какой процент вы будете получать с этого оборота. То есть платится с меньшей команды. Пакет Platinum дает 15% с меньшей команды. Пакет Black дает 20%. И пакет Black Extra дает 25% с слабой команды. И вот опять примеры людей, которые зарегистрировались. Многие из них абсолютно без опыта работы. Вот вы видите в первые же недели, какие доходы они заработали. Ну, давайте пример рассмотрим. Вот, допустим, вы вошли как статус Black Extra и пригласили двух человек, которые сделали то же самое. Обычно люди всегда делают то же самое, что и мы. Что мы заработали? Все виды дохода складываются. То есть первое, мы заработали по 34 евро. У нас списалось за каждого человека по Gold статусу. Дальше, мы заработали по 51 евро с каждого пакета.
2 человека, 2 пакета. И за пару мы получили еще 85 евро. А также получили 51 евро с командного оборота. Итого 306 евро мы заработали с 2 человек. Если подключилось не 2, допустим, а еще 2, еще 306 евро, еще 2, еще 306 евро. И вот так очень быстро вы можете зарабатывать, приглашая партнеров. Следующий вид дохода очень интересный, это матчинг-бонус. Вот, допустим, есть человек, который пригласил меня, вот вы видите здесь 2000 евро я заработал, допустим, да, если это с командного бонуса деньги, да, соответственно, 25%, до 25% пакет будет определять процент, вы зарабатываете с моего чека. Кстати, здесь данные уже немножко устаревшие. За предыдущую неделю я еще 1500 евро заработал, на сегодняшний день уже 3 с лишним заработано. Вот. Так вот, чем серьезнее человека вы приглашаете, тем больше он зарабатывает. Чем больше он зарабатывает, тем больше ваш процент. Все очень просто и очень выгодно. Выгодно приглашать серьезных людей, которые занимаются серьезным бизнесом. Вот. Дальше, следующий. Не следующий. Это как раз вот данный слайд объясняет, какой процент мы получаем по матчинг-бонусу. Если у вас пакет Platinum, вы получаете с 2 уровней. Если пакет Black, с 5 уровней. Если пакет Black Extra, вы получаете также с 5 уровней, но практически уже в 2 раза больше процент. Ну, наверное, все поняли, какой пакет нужно покупать. Если хотите за ту же самую работу получать в 2 раза больше денег. Ну и последний вид дохода. Это квартальный бонус. Это единственный вид дохода, который получают не все. Чтобы его получать, нужно уже иметь структуру и команду. И этот квартальный бонус, 2% от всего товарооборота компании идет в определенный пул такой. И все люди, которые в квалификации, с этого пула получают свой процент. То есть, по сути дела, выходит на уровень совладельца компании. И вот, кстати, на данном слайде вы видите одного из основателей компании, Антона Агафонова. Он также строит сеть, у него также структура. Вот. И вот со структуры только он заработал более 50 тысяч евро. То есть, за прошлую неделю, например, у него там больше 500 000 рублей был доход. Вот мы с ним недавно встречались. Поэтому возможности есть у всех. Возможность очень большая. Редко, когда в нашу жизнь приходит такой мощности проект, может быть, один раз в 10 лет появляется. Основатель компании Филипп Робияр, я знаю этого человека 15 лет. Он вырастил уже более сотни долларов миллионеров. Я благодаря ему стал долларовым миллионером. И все проекты, именно которые я с ним запускал, они были многомиллионные, в них я заработал миллионы долларов, в них было очень много людей, которые зарабатывали чеки по 1000, по 2, по 5, по 10, по 20, по 50 тысяч евро ежемесячно. Поэтому сейчас у него свой проект. Раньше он был либо там вице-президентом, но не контролировал бизнес. Сейчас это его проект. Сейчас мы работаем опять вместе. И мы получили проект, о котором можно только мечтать. Когда можно зарабатывать с любых покупок, любых людей. Не надо никого ни в чем убеждать, не надо никому ничего навязывать, не надо никому ничего доказывать. Человеку просто говорите, ты хотел бы со всех своих покупок получать часть средств назад? И второй вопрос, ты хотел бы, чтобы получать доход со всех покупок всех людей в крупнейших интернет-магазинах, которые так делаются? Если твой ответ «да», регистрируйся. Вот. И дальше даете ему вот этот ролик, посмотреть, как это делается. Вот. Спасибо за внимание. Постарался быть очень кратким. Если хотите чуть подробнее, есть более подробный ролик. Я вам желаю от всего сердца успехов. Я вам желаю и хороших кэшбэков, и хорошего бизнеса, и построения такого большого остаточного дохода. Спасибо за то, что были сегодня со мной. С вами был Савич Сергей. До встречи на следующих вебинарах, семинарах и бизнес-форумах компании.